Всем привет, меня зовут Настя Каменских, и вы смотрите мой видеоблог. Дорогие друзья, вы видели мою Барселону, как я ездила со своими родственниками. Кто не видел, обязательно кликайте, вот видите, вон на эту буквочку И. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что сегодня я бы хотела показать свои весенние луки и все свои покупки в Испании. Итак, я очень много, естественно, купила разной одежды, и там есть не только весенняя, но и летняя. Но летнюю я вам, конечно же, покажу позже. А сейчас, пока еще в Киеве бывает прохладная погода, я вам покажу свои луки весенние, скажем, такие еще не раскрытые. Первый мой лук, он достаточно, с одной стороны, деловой, но с другой стороны, на самом деле, очень танцевальный. Вообще, он у меня ассоциируется с Верой Брежневой и Монатиком, потому что именно в такой стилистике ребята оделись на Emmon Music Awards. Вот, и или они, по-моему, песню «Монатика кружит». Ну, в общем, когда я одеваю этот наряд, мне хочется петь эту песню. Этот костюм, он на самом деле достаточно теплый, но очень-очень легкий. У него потрясающая ткань. Наверное, вы догадались, что это H&M, мой любимый, мой незаменимый, самый лучший и нереальный вообще H&M. Я не знаю, когда я перестану туда ходить, но мне кажется, что мои ограбления будут и дальше продолжаться. Такой тоже крутой пиджачок, который, скажем, якобы оверсайз, да, он нигде не передавливает, но при этом создает тоже, опять-таки, легкость. В нем можно выйти, скажем, на какую-то деловую встречу, но при этом чувствовать себя сексуально, женственно и, самое главное, скажем, не так официально. Обувь. Мне уже начали писать в Инстаграме, ее уже узнали, я купила ее в Заре. Это испанская фирма, и понятное дело, что быть в Испании, не зайти в Зару, это преступление. К тому же я хотела бы сказать, что вся продукция вообще отличается. То есть у нас, например, одно, там другое, в Испании третье и так далее. И за если у нас эта обувь, но если она есть, ребята, клянусь, самые мягкие кроссовки, самые мягкие нарядные кроссовки, которые когда-либо были в моей жизни. Следующий мой лук очень-очень удобный, и можно назвать его хулиганским. Кожаная куртка, она крутая, она дорогая. Это фирма Дизель, это новая коллекция. У нее много разных фишек, например, внутри у нее такой крутой джинсовый кармашек. Почему она мне понравилась, наверное, вы догадались, мой любимый нюдовый цвет, пудровый. И мне очень понравилось, что здесь вся фурнитура розовое золото. Очень необычно. Она тоже женственная, не рокерская. И я думаю, что вы ее часто будете видеть на моих инстаграм-страничках. По поводу кофточки, она мне точно такая же. Я купила двух цветов. Такие вещи на самом деле незаменимы в повседневной жизни. Это фирма моя любимая H&M. Они, естественно, очень недорогие, доступные, поэтому кто увидит, обязательно покупайте, потому что это можно носить весной, осенью, зимой и, честно говоря, даже летом. Например, вы оденете какие-то шортики и маечку, и вам станет прохладно, вы сможете ее и накинуть, или, например, завязать на бедрах. В общем, она, скажем, из такой струящиеся вязки, поэтому мне нравится. Ребята, вы знаете, что я привезла из Барселоны? Не просто масса впечатлений, куча одежды. Я привезла сумасшедшую новость. Послушайте, у них открылся новый магазин, сеть новых магазинов. Мне почему-то кажется, что это будет сейчас огромная конкуренция таким брендам, как Zara, H&M и так далее. Называется она Lefties, это в переводе левая. Очень крутые модели, очень крутые модели. По ценовой политике еще в разы дешевле, чем названные предыдущие марки. Невероятное количество разнообразия. Там есть спортивная одежда, там есть девчачья платьюшка, там есть купальники, там можно найти вот такие хулиганские джинсы. Причем на разный совершенно вкус. Кому интересно, заходите, смотрите. Я видела его только в Барселоне, хотя там за ближайшие пару месяцев на гастроли ездила в Германию, в Европу, но его не видела, этот магазин. Соответственно, я думаю, что он испанский, но насчет выходить за рамки, скажем, своих границ, и надеюсь, что вскоре доберется и до нашей страны. Если вдруг увидите, обязательно заходите, не пожалеете, поверьте мне. Сумка! Сумку я тоже показывала в своем блоге. Это Michael Kors, она джинсовая. Увидела, сразу же влюбилась. Миллион раз заходила в магазин Michael Kors, еще когда он только-только начинал свое существование в Америке. Честно скажу, вроде и это понравилось, вот и это понравилось, и это неплохая сумочка, но как-то так я ничего себе и не покупала. Что-то вот как-то не ложилось сердце мое, не легло.
Здесь вот прям зашла, увидела ее первую, и мне было совершенно без разницы, сколько она стоит, потому что я прям в нее влюбилась. Она немножко похожа на Chanel. Вообще, Michael Kors, мне кажется, заимствует у других таких, скажем, лакшери марок. Вот, поэтому, ну, наверное, из-за этого она мне понравилась. Она очень удобная, комфортная, она вместительная, вот, и при этом женственная. Так, обувь на мне, босоножки. Ну, все знаете вы про мою травму ножки, да, что я ее сломала, и теперь на каблуках мне можно ходить, но крайне редко. А девушка без каблуков, ну, это ленивая девушка. Я очень люблю каблук, я хочу быть женственной, и я выбрала себе потрясающую модель. Она очень-очень удобная для тех, кто сломал стопу. Ну и, конечно же, для всех она будет удобная и ходить, и на работу, и при этом это мой любимый нюдовый цвет. Как вы догадались, фирма H&M. Они стоили, кстати, они очень-очень дорогой стоили, каких-то евро 20. 20 евро обувь. Ребята, мне кажется, вам стоит ехать в Европу. Следующий мой образ уже такой более летний. Потому что там присутствует солома в обуви и в сумке. Я еще купила под этот образ шляпу, но решила ее не показывать. Показать в летних своих луках, потому что она очень интересная. И с ней тоже, под нее можно тоже очень много подобрать классной летней одежды. Я вам рассказывала про магазин Lefties. Вот в этом луке практически вся одежда с этого магазина. Начнем с джинс. Вот я нигде не видела настолько оригинальный, посмотрите, с такой бахромой. Мало того, скажу, что девочки, которые с пышной фигурой, оно очень странит. Не знаю, будет ли у вас возможность, но если да, то заходите, покупайте и присылайте свои фотки, отмечайте меня, показывайте свои тоже луки вместе с этим магазином. Я настолько под впечатлением, что, ну, в общем, тащусь от этого магазина. С этого же магазина сейчас очень модные такие топики, блузочки, я не знаю, как это назвать. Тоже летняя такая одежда, но самое главное, это сейчас очень модно. Куртка! Куртку вы уже видели в моем блоге, я ее напялила быстренько, потому что она очень-очень крутая. Зеленый цвет, самый еще стильный, нашивка, заклепки, золото, бриллианты, ну, в общем, стильно, модно, молодежно и тоже подойдет под все. Обувь! Купила эту обувь в Барселоне в магазине, просто в магазине, не могу сказать название, Гио, Эпо, что-то там, Sport Casual. Вот, они стоили тоже недорого. Они с матовыми пайетками. В общем, странное сочетание, но в целом, мне кажется, они очень оригинальные. Сумку эту показывала вам тоже в блоге, хвасталась ею. Офигенная сумка. Ребята, открыла для себя тоже очень прикольный магазин. У нас он есть. Называется он Parfois. Я раньше как-то не заходила в него, если честно. Как-то мне казалось, что там нет ничего интересного. В Барселоне мы с мамой, с родной сестрой купили себе, тете, значит, знакомой, мама своей подружки. Я купила себе 3 сумки там. Ценовая политика и качество соотношения совершенно фантастическое, честное слово. Ну, следующий, наверное, вы догадались, откуда у меня в следующем луке одежда. Это моя любимая Аня, Анчу бренд. Моя подружка, которая создала свою весеннюю коллекцию спортивных костюмов из прикольной ткани с блестками, с люрексом. Очень-очень красивая палитра там цветов. Заходите, естественно, в соцсети, заходите на Анчу бренд, посмотрите именно эту спортивную коллекцию, да даже и все, потому что сейчас Анька начинает делать кучу всего. Я очень люблю Аню, и самое важное, круто, когда твоя подруга не просто дизайнер, когда она талантливый дизайнер. В чем фишка этого спортивного костюма? Здесь есть веревочки и на поясе, на штанах есть тоже веревочки. В общем, как-то их-то можно так завязать и обмануть. Якобы это не спортивный костюм, да, верхушка и низушка. А это как комбинезон. Вот. Ну, в принципе, у Ани на фотографиях в Инстаграме она и показывает возможности такой носки. Очень красивая нашивка люрексовая. Это самый удобный костюм на свете. Мало того, он круто и качественно сшит. Кто хочет, у вас осталось мало времени, потому что их уже практически раскупили. И, по-моему, она даже не собирается повторять. Именно вот в такой ткани. Есть цвета серебряный, розовый, синий, желтый и все. Следующий образ вам покажется строгим, но это не так. Это платье фирмы H&M. По-моему, это какая-то у них лакшери-линия идет. Оно из шелка, и очень-очень оригинальные здесь есть рюши вдоль швов.
Смотря как ты его оденешь, то платье тебе диктует свое настроение. В кадре все равно не так выглядит. Кажется, что прям вообще такая, скажем, даже где-то в два. На самом деле в жизни оно своей текстурой легкой такое легкое настроение добавляет. В любом случае, это удобная вещь, и, конечно же, это можно запускать, затягать. Вот, и ты в нем будешь и женственная, и нарядная, с одной стороны, с другой стороны, очень такое повседневное, скажем, настроение. С вами была Настя Каменских, и вы смотрели мой видеоблог. Дорогие друзья, я сегодня показывала вам свои весенние луки. Конечно же, подписывайтесь на мои официальные странички, подписывайтесь на мой YouTube-канал, и пусть ваши сердца придет весна, самая ласковая, самая добрая и самая теплая.